Фонд «Защитники Отечества» был создан в апреле прошлого года. Сразу же началась совместная работа с городскими муниципалитетами, в том числе и с администрацией Барнаула. На базе города Барнаула создана комиссия по решению этих вопросов, в которые входит и администрация города, и социальная защита, и депутатский корпус, и волонтерские организации. Вот. И как раз вот при решении сложных вопросов все мы как раз участвуем, и понимая проблематику какой-либо семьи, мы эти вопросы решаем быстро, оперативно. Бывает так, что сегодня вопрос поставлен, а завтра он уже решен. Глава города Вячеслав Франк отметил положительный совместный опыт работы с фондом. Соглашение будет способствовать более точечному и оперативному решению вопросов оказания поддержки участникам спецоперации и членам их семей. У него есть свои функции, которые помогают городу сегодня взаимодействовать и работать с нашими героями. Это и юридические вопросы, социальные адаптации. Ну, много что делает фонд со своей стороны. Город старается что-то делать и быть полезным. Поэтому я думаю, что такое взаимодействие, ну, оно и сработает для того, чтобы мы те цели достигли и, конечно, исполняли те задачи, которые перед нами стоят. Глава города также подчеркнул, соглашение о сотрудничестве усовершенствует уже выстроенный механизм между фондом и администрацией, а также позволит и дальше развивать партнерские отношения по разным направлениям. Мария Костылева, «День с толком».